В День народного единства на Кубани пройдет 5-я всероссийская ежегодная акция «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет». В этот день театры, библиотеки, музеи и выставочные залы распахнут свои двери, приглашая жителей всех возрастов стать участниками различных красочных представлений, спектаклей, тематических выставок, инсталляций и творческих встреч. В Славянском районе в библиотеках, музеях и домах культуры 4 ноября пройдет целый ряд праздничных мероприятий, посвященных всероссийской образовательной акции «Ночь искусств». В 16 часов в картинной галерее откроется выставка «Сны наяву». Свое творчество представят художники супруги Рожковы. В 18 часов в Славянском историко-краеведческом музее можно будет познакомиться с редкой коллекцией грамм-пластинок, послушать осенние мелодии на патефоне. В 20 часов принять участие в мастер-классах по изготовлению кукол, а также научиться плетению и шпагата украшений и кулонов. Кроме этого, в музее будет представлена выставка и показ фондовой коллекции казачьей одежды. Некоторые экспонаты никогда ранее не выставлялись. Вход свободный. В 19 часов в кинотеатре «Кубань» состоится выступление поэтического клуба «Славяне». Здесь же выступит дуэт скрипачей «Элегия». В 8 часов вечера начнется демонстрация художественных фильмов «Матильда» и «Последний богатырь». Приглашаем всех желающих принять участие во всероссийской акции «Ночь искусств».